Понятие красоты в народе связывалось с широтой обзора, раздольем рек, озер. Наверное, этому чувству красоты древний булгарский сторожевой городок Тетюшка. На территории Тетюшского района найдены самые ранние следы нахождения булгар на Средней Волге. Первое упоминание о Тетюшке как о сторожевой крепости булгарского государства. Музей Тетюшского края – визитная карточка города. За почти что вековую историю существования одного из старейших музеев Татарстана в нем собрана богатейшая коллекция. Для того, чтобы увидеть экспозицию, необходимо отправиться в гости к купцу Павлу Васильевичу Серебрякову. Это не просто экскурсия, это настоящий праздник. Гостей радушно встречают национальными песнями жители города. Красивый наш музей, да краеведческий, всю историю хранит и бережет, и сегодня он вас в гости ждет. Здравствуйте! А после навстречу посетителям выходит и сам купец. Я, первый гильдии купец, жду вас в гости, в свой дворец. Заходите, свой народ, посмотреть, как купец-батюшка живет, и истории послушать про наш город, про Тетюшек. Экскурсия позволяет проникнуться историей старинного города. Здесь находится богатая коллекция скелетов древних животных, мамонтов, бизонов, носорогов. В музее можно увидеть уникальные доспехи 12 века. Также привлекут внимание старинные музыкальные инструменты, среди которых рояль 1861 года, подаренный за трудолюбие и искусство Александру Эберту. Музей образован в 1920 году. Ему почти уже скоро 95 лет, так скажем, через год будет. И коллекция очень насчитывает большое количество экспонатов, около 40 тысяч единиц хранения находятся в наших запасниках, в том числе в экспозиции представлены. Имеется еще один филиал – село Кошкиново-Тимбаево, музей имени Ивана Яковлевича Яковлева. В музей собраны коллекции фарфора и осветительных приборов 19 века, саксонский фарфор, бронзовые канделябры и подсвечники, среди которых изделия из польского серебра. В одном из залов музея находится чучело животных и птиц, обитающих в здешних краях. Это пеночка, маленькая птичка, которую очень сложно увидеть в природе. Академический час стараемся уложиться в 45 минут, но, как правило, в течение часа можно посмотреть все-таки довольно-таки подробно. Но любители, конечно, начинают все индивидуальное посещение, все читать, все смотреть. Много вопросов возникает, потому что каждый экспонат буквально связан с чьей-то историей, судьбой, с какими-то необычными событиями иногда. В экспозиции музея представлен материал о 8 героях Советского Союза, уроженцах Тетюшского района. Хранится земля, привезенная из Брестской крепости. Сам музей располагается в здании памятники гражданской архитектуры конца 19 века, бывший особняк, принадлежавший купцу первой гильдии, потомственному почетному гражданину города Тетюш Павлу Серебрякову. Этот дом построен в 1870 году. Конечно же, купец не забудет, что у него важные гости. В атмосфере старины вам предложат только что приготовленный пирог и домашнюю наливку, которую можно попробовать только в Тетюшах. Оказавшись здесь, вас ждет удивительный и познавательный отдых. Семьёю дружною, семьёю...